Папа. Мне еще нужно поговорить с Тедди о его выступлении. Пока. Жестко? Ну, прости. Он просто помешан на твоем брате, я прав? Тедди, главная гордость отца. Так было всегда. На тебя убью. Спасибо. Пока. Говорил со следователем. Это не обязательно? Я все хотел узнать. Это же типа рыбацкая лягушка. Значит, будут рыбные палочки. Знаешь, боюсь, что нет. Извини за неудобство. Класс этого банкета будет в свежайших морепродуктах. Вкуснее, чем палочки? Да. Ну, мы посмотрим. Меня не надуть. Что ж, посмотрим. Надо искренне, так необходимо. Затем я заглянул Сью в глаза. И он напомнил мне родного брата. Чаяо. Если кто не в курсе, Чаяо умственно отстала и живет в специальной клинике. Чок – такой мягкий рис, разведенный водой. Он безвкусен. Им кормят младенцев и пожилых людей. Ну, пища обычно может переварить себя. Но миру нужен чок. Ты себя видишь? Нужен чок. А значит, нам нужны такие люди, как Стив. За мою любимую дочь и Стив. Я вас поздравляю. Поздравим. И за вас. А теперь, полагаю, Тедди хочет что-то сказать. Со с нами. И где он тогда? Что, ничего не помните? Сиди на месте, мой черед. Сиди, молодец. Спасибо за прекрасную речь, сэр. Особенно удалась параллель между Сью и Рисом. Приветики. Начнем с интересного. Население Таиланда 63 миллиона человек. Таиланд в два раза больше Вайоминга. Основной экспорт текстиль, шлепанцы и рис. Каждый год примерно 13 тысяч тайцев погибает в автокатастрофе. Эй! Вы здесь зачем? Пошли вон! Валите! Ладно, ладно, идите дальше, идите. Лучше не забудьте. Валите! Лучше. Идем быстрее. Скорее. Ни хрена не понимаю. Только гляньте. О, черт! Стив, смотри! Моя рожа! Да, никто не знает Стив лучше меня. Никто. Жаль, я не могу вам рассказать, через что мы прошли, ибо я связан клятвой. Одно могу сказать точно. Этот брак для Стив не первый. Пару лет назад в Лас-Вегасе нашлась одна шлюха, которая... Батюшка, время вышло, завязывай. Присядь. Ты молодец. Я хорошо говорил? Ты всех порвал, да. Точно? Да. Спасибо. Да. Ну, вот такой адский трэш я как раз и ожидал. Прости. Рисовый пудинг! Очень смешно. Не обижай его, бедненький Стив. Он же теперь будет есть, значит, обязан ненавидеть. Пойдем лучше выпьем. Знаешь, я так вымотался, но лучше пойдем к себе. Затем ты дал нам, и я сам открыл. Да, да, кто же пил? С ним все в порядке. Дело не в пиве. Пойдем, я говорил с менеджером, нам разрешили развести на пляже костер. Как здорово. Нет. Я пойду.
вас. Устал человек. Стив, выпей с друзьями, они же тебя просят. Хочу с тобой. Ну, сделай доброе дело. И Кэдди возьми. Совсем не отдыхают. Гениальная идея, спаивать. Ну ладно, одно пиво. Хорошо. Удачи мне. Видишь? Пробуй. Расслабьтесь там. Видишь зал? Да, конечно. Буду через 20 минут. Раз. Ну ладно. Ну только разочек. Сразу сотрет. Не переживай.